Скажите, с чем вы к нам пришли? Ну, у меня начались месяца два головные боли, но у меня остеохондроз полностью позвоночника, у меня и шейный, и поясничный, сплю очень плохо, очень, и давление скачет, то большое, то маленькое. Я вот решила попробовать, и ноги у меня, тромбофлебит, тромбоциды, в общем, хватает болезней очень много. Вы хотите сказать, что за 10 дней то, что вы дома спите на таком нефритовом ковре, у вас уже восстановился сон и давление нормализовалось. Да, головные боли ушли. И головные боли ушли. Да. И вы уже не пьете таблетки. Нет, не пью, не принимаю. Вот эти 10 дней я не пью вообще ничего. А что еще, кроме гипертонии, у вас было? Ну, у меня инфаркт был, и сахарный диабет пробирала. У меня нарушение иммунной системы, отравление иммунной системы лекарством в поликлинике. И чуть не умерла. У меня тромбоциды до 7 единиц упали. Вот. А сейчас у меня уже тромбоциды 162, но это маловато. Мне надо больше, но я стараюсь, конечно.